Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Сегодня у меня на кухне консервированный горошек. Хочу сказать, что горошек у вас получится намного лучше магазинного, потому что вы сделали его своими руками, а также вы уверены в качестве продуктов. Итак, приступим. 2 кг промытого молодого горошка насыпать в стерильные банки. Пол-литровых баночек вам понадобится 7 штук. В кастрюлю наливаем 2 литра воды. Добавляем 2 столовые ложки соли. Две столовые ложки с горкой сахара. Две с половиной, 3 столовые ложки 9% уксуса. Уксус можно добавлять как в маринад, так и перед закаткой. По половине столовой ложки на пол-литровую баночку. Ставим на огонь. Когда маринад закипит, разливаем его в банки с горошком. Горох в банку я насыпаю под самый верх, но вода полностью должна его покрыть. Накрываем крышками. В широкую кастрюлю кладем на дно кухонное полотенце, чтобы банки не лопнули во время стерилизации. Ставим банки в кастрюлю. Наливаем теплую воду, но не под самый верх, а 3-3,5 см от горлышка банки оставляем без воды. Ставим на огонь и после закипания стерилизуем в течение 1 часа. Если маринад в какой-то из банок немного выкипит, долейте кипятка, чтобы горох был полностью залит жидкостью. Горячие банки закатываем, проверяем, чтобы крышка не прокручивалась, переворачиваем и оставляем на сутки. Когда вы перевернули банку, обращайте внимание, чтобы не было никаких пузырьков, чтобы нигде не зашел воздух, а также не должно быть пенки. Если у вас через время появилась пенка, банку лучше сразу открыть, промыть горошек и залить снова маринадом. Следуйте всем инструкциям, и у вас все получится. Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус, чтобы не пропустить много новых и интересных рецептов.